Большой подарок к 397-му дню рождения получили люберцы. В парке на Ташинские пруды открылось колесо обозрения. И сегодня здесь у нас появилось колесо обозрения. Я думаю, это станет такой некой изюминкой, такой зоной отдыха для люберчан и гостей. С праздником нашему славному городу Люберцы! Ура! Теплые слова поздравлений, признание в любви родному округу, танцы, песни, игры и подарки. В день рождения люберец в парке на Ташинские пруды. Праздничное настроение. Всех люберчан с праздником и с днем города. Желаю всем здоровья, счастья. Я хотел бы пожелать только процветания нашему городу, побольше зелени, побольше веселых лиц на улице. Больших торжеств на 397-й день рождения люберцы не получили. Лучшая компенсация жителям – главный подарок на праздник округу. 3, 2, 1, пусть! Ура! Увидите люберцы с высоты птичьего полета. Теперь это реальность. Колесо обозрения в Ташинском парке открылось. Первые посетители – счастливчики. Для них 12 минут полета бесплатно. Метра над землей. Вы только представьте, здесь все словно на ладони. Далеко не каждый город может похвастаться таким колесом обозрения. Их всего 4 в Подмосковье. В Люберцах самое высокое. Выше только в Измайловском парке. Одновременно на люберецком колесе обозрения могут кататься 108 человек. По 6 посадочных мест в каждой кабинке, в которых комфортно и летом, и зимой. Всесезонный аттракцион оборудован системой кондиционирования и подогрева. Там очень красиво. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Своими впечатлениями с нами поделились первые пассажиры нового аттракциона. Очень понравилось. Вид хороший. Здесь город, здесь лес. Уютненько там. Было немного страшно. Здорово, нам очень понравилось. Ой, спасибо. Супер. Супер. Нам очень всем понравилось. Очень понравилось. Мы очень долго ждали. Да. Каждый выходный приходили, ждали, пока будет открытие. На высоте, конечно, немножко страшновато, но мы очень рады. Все увидели, все наши пруды, все красоты нашего города Люберцы. Люберецкий округ приобрел очередную живописную локацию для встреч, свиданий и признаний в любви. Анна Троян, Александр Колганов, Валерий Абсолямов, Петр Пономаренко и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.